Привет всем, друзья! Сегодня мы поговорим, почему вам нужно поехать на Мальту для изучения английского языка. И действительно, давайте точно скажем друг другу. Английский язык в 21 веке нужен каждому из нас. Кому-то английский нужен для иммиграции в Австралию, в Канаду, какие-либо другие страны. Кому-то язык нужен для изучения какого-либо предмета за границей, может быть, поступления в заграничный вуз. Кому-то английский язык нужен по работе. Английский язык нужен всем и каждому. И своим клиентам, которые хотят эмигрировать в Австралию, я часто рекомендую Мальту как центр изучения английского языка и подготовки к тесту IELTS, который так нужен для иммиграционной визы в Австралию. Так как вы все знаете, я являюсь зарегистрированным иммиграционным агентом здесь, в Австралии. Так почему же все-таки Мальта? Что такое Мальта? Как я могу говорить о Мальте? Все об этом расскажу. 10 плюсов Мальты и 10 плюсов изучения английского языка после маленького представления этой страны. Оставайтесь здесь, сейчас вы его увидите. Ну что, всем привет еще раз. Давайте посмотрим, где находится Мальта. Мальта, как вы видите, находится вот здесь, в самом центре Средиземного моря, рядом с Сицилией, рядом с Италией, вот здесь уже Сардиния, здесь Тунис. Поэтому Мальту очень сложно найти, если вы вот так вот удалите карту, ее в принципе не видно. Но Мальта, как я уже говорил, является страной Европейского Союза. И давайте вообще посмотрим, что же из себя Мальта представляет. Вот здесь я вбил Мальта с воздуха, и вот здесь очень много всяких есть роликов. Я думаю, вы сами можете найти и посмотреть, что такое Мальта. Давайте какой-нибудь второй откроем ролик и посмотрим, что же из себя представляет эта страна. Вот такая вот у вас будет ассоциация с Мальтой, похоже, в принципе, на Австралию чем-то. Давайте посмотрим. Lord only knows this heart is free. A brand new day is at my feet. Ну, в общем, типичная фактически как Австралия. Вот такие тоже в Австралии есть скалы, где есть Сидней и где я живу. Поэтому Мальта чем-то вам поможет понять, нужна ли вам вообще иммиграция в какую-то страну, к примеру, Австралия. Now sing it low, low and sweet. I give it my soul, I give it all to me. It all feels like gold, gold to me. Might not be a diamond, but it shines for me. It all feels like gold, gold to me. And it ain't lost in silence, it's all good to me. Sing it, yeah. В общем, посмотрите сами, что такое Мальта. Здесь очень много видео, смотрите, все в 1080 фактически. Ну а мы продолжим смотреть наше видео и вообще, почему нужно ехать на Мальту. 10 причин. Поехали. Ну что, ребята, понравилось? Узнали, где Мальта находится? Мальта – это замечательный остров, который расположен в самом центре Средиземного моря. И я там был. Вот здесь такой смайлик, я точно там был. И могу сказать всем и каждому, что Мальта – это самое лучшее, наверное, одно из самых лучших мест для изучения английского языка. Ну, представьте сами, в этой стране нет ничего. Это такой маленький остров, который был английской колонией. И там есть только или туризм, или изучение английского языка. Даже пресную воду они завозят с Италии, представьте себе. Но английский язык там просто блестящий. Итак, почему вы все-таки хотите поехать на Мальту? Как вы знаете, я являюсь официальным агентом более десятка школ на Мальте. Более десятка. И вы точно можете уверены быть в этом, что я вам точно подберу самый лучший вариант для вашего улучшения. Вашего улучшения английского языка. Будь то бизнес английский, будь то английский для академических целей, подготовка к тесту IELTS, обычный английский, интенсивный английский, английский один на один. Варианты возможны любые. Итак, вернемся к плюсам. Почему английский? Первый плюс, конечно же, это визовая история, так как Мальта – это часть Европейского Союза. Многие ребята со Средней Азии особенно меня спрашивают, у меня пустой паспорт, я никогда нигде не был, я хочу поехать на обучение в Австралию. И вроде бы даже и деньги есть у некоторых из ребят, они точно серьезно относятся к обучению в Австралии, но действительно, чистый паспорт. И Австралия очень
скептически относятся к тем людям, особенно из стран Средней Азии, России, Украины, что, к сожалению, которые имеют пустой паспорт. И им требуется визовая история, чтобы показать, что студент действительно пытался учить английский язык дома, действительно уже ездил по миру, катался по миру и имеет визовую историю, соответственно, он не захочет остаться в Австралии, его точно можно пустить и дать визу. Итак, Мальта – это прекрасная возможность улучшения вашей визовой истории. Если у вас пустой паспорт, будьте уверены, что получить визу для изучения английского языка на Мальте будет очень и очень легко. И эта виза, между прочим, очень ценная, потому что, как я уже сказал, Мальта была колонией Англии. И английский язык там официальный, статус официального. Далее, второй пункт, я уже его предрек и сказал о нем, что это легкость получения визы. Ребята из Средней Азии. Ребята с пустым паспортом из России, Украины, из стран бывшего Советского Союза, да, если вы хотите поехать в Австралию, если вы приедете в Австралию, если вы даже хотите поехать в Канаду, куда-либо еще, просто учите английский язык, присмотритесь к Мальте. Вам виза точно, фактически точно будет гарантирована, потому что Мальта живет с этого. Идем дальше. Мальта осуществляет, многие мальтийские школы осуществляют и имеют специальные классы для подготовки к тесту IELTS. И это нужно моим будущим клиентам, будущим иммигрантам Австралии, будущим студентам Австралии. Ребята, вам нужно сдать этот тест английского языка. И на Мальте есть различные курсы. От 15 часов в неделю до 30 часов в неделю, дополнительные с группой один на один. Вы точно найдете курс, который подходит именно вам. Как я уже сказал, я являюсь агентом, официальным агентом более 10 школ на Мальте. И вы точно со мной сможете подобрать курс, который вам нужен. Идем дальше. Четвертый плюс Мальты – это быстрое улучшение уровня языка. Я не знаю, что со мной было, когда я был на Мальте, мой английский за один месяц улучшился просто, не знаю, до небес. У меня практически ушел языковой барьер, и я понял, что я один из всех остальных. Я просто понимаю, что со мной человек, к примеру, из Бразилии или какой-то из другой страны, из Испании. Я должен с ним как-то говорить, и я выдавливал из себя эти слова, и потом у меня все полилось, потому что я знал, что он знает, к примеру, португальский или испанский, я знаю русский, мы должны как-то коммуницировать. И этот барьер сломался в процессе общения с людьми вне класса, и в классе мы занимались, и вообще точно уровень языка у вас улучшится. Представьте себе, что вы просто выключаетесь из вашего бешеного ритма жизни, едете на Мальту на 4 недели. Вы полностью в языке, вы общаетесь на английском, говорите на английском, изучаете английский. И каждый день, 5 дней в неделю, вы ходите в школу английского языка и занимаетесь английским. Представляете, если вы поедете на интенсивный курс английского языка, к примеру, 30 часов в неделю английского языка, английский язык, каждый день, и вы точно улучшите, я вам гарантирую, свой английский язык. Дальше, это недорого. Мальта – это действительно недорого, она дешевле Соединенного Королевства на 30%. Особенно, если вы живете на европейской части России или в Украине, Казахстане, Беларуси. Лететь на Мальту буквально 3 часа, вы сели на самолет и уже там. И там все не только дешевле, но, как я уже сказал, там и климат, центр Средиземного моря, и цены обучения от 160 евро, проживание от 160 евро. В принципе, 320-330 евро от... Я считаю достойной ценой и точно дешевле, чем в Англии или в каких-либо других странах. Далее, я, как уже говорил вам, более 10 школ, где я агент, официальный агент, и у агента есть специальные цены, очень часто во многих школах специальные цены или через агента есть, или специальные цены есть для студента определенного рынка, к примеру, русскоговорящего рынка, или есть специальные цены для 2018 года, мы всегда найдем вам самую лучшую цену, если вам нужно все это втиснуть, впихнуть в этот бюджет, и мы точно это сделаем. Точно, из 10 школ можно подобрать самую лучшую школу. Идем дальше, климат на Мальте, ну что еще говорить, это центр Средиземного моря, там не бывает зимы. Хоть летом, хоть зимой там нет снега, вы можете поехать и учить английский в комфортных условиях. Конечно, летом будет немножко подороже, потому что каждый на Мальту зимой можно поехать очень и очень за небольшие деньги. К примеру, с конца сентября по начало мая можно поехать на Мальту за какие-то смешные деньги. И грех этим не воспользоваться. Идем дальше. Более
Восьмой пункт. Если вы едете на Мальту, у вас будет приятный бонус от меня. Так как я являюсь агентом этих языковых школ, свою комиссию я все равно получу. Вы не платите мне ничего, если вы едете на Мальту. Ничего. Я получаю комиссии со школы. Вы платите мне ноль. Ноль. Более того, если вы планируете вашу иммиграцию в Австралию или вы планируете получение вашей студенческой визы в Австралии для обучения в университете, к примеру, KOI или в каких-то других университетах, я сделаю вам бесплатную консультацию, если вы поедете со мной на Мальту на срок более 6 недель. Я считаю, что это честно, дополнительный бонус для вас, и опять-таки вам нужно этим воспользоваться. Идем дальше. Следующий плюс – это аккредитация школ. Все школы, которыми я являюсь агентом, аккредитованы, и вы точно можете быть уверены в том, что вы получите самый лучший стандарт качества обучения в английском языке. Идем дальше. Десятый пункт – это разные группы английского языка. Как я уже сказал, и с подготовкой к тесту IELTS, и вообще на Мальте есть, ну, точно все. Это для них бизнес. Это бизнес для этой школы, для этой страны. И интенсивный английский, и неинтенсивный, и обычный, и general, и один на один, и в группах, и в мини-группах. И вот что только вам в голову придет, то это есть. И для каких-то специальных профессий. Если английский даже для пилотов, если английский для тех, кому 50 с плюсом. Вариантов, серьезно, условно говоря, миллион. И точно мы к вам найдем ключик и найдем подход, и точно вы найдете то, что хотите получить от Мальты. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ребята, если вам нужна более подробная информация о том, как поехать на Мальту, если вы настроены серьезно, пишите мне, пожалуйста. Опять-таки, если вы серьезны, пишите, мы сядем, определим бюджет, найдем школу, я приложу вам несколько вариантов, вы выберете один из этих вариантов, и мы сделаем нашу поездку на Мальту реальностью. И, возможно, иммиграцию в Австралию или обучение в Австралии, как карта ляжет, мы все для этого сделаем. Дорогу осилит идущий. Вы меня просили, я вам это предлагаю. Я все делаю для вас, ребята, и надеюсь, это видео было вам полезно. Все едем на Мальту, ставим классы, лайки, подписываемся на этот канал, чтобы быть в курсе обновлений. Добавляйте ко мне друзья в Фейсбуке, ВКонтакте. И, опять-таки, едем на Мальту. Нельзя терять время, ни минуты. Привет из Сиднея, из Австралии. Пока!